центре города смонтировали импровизированные препятствия, трамплины, турники и шведские стенки. Начали баттл уже опытные спортсмены, которые несколько лет занимаются уличным фитнесом и воркаутом прямо у себя во дворе. Потрясающее владение собственным телом, выносливость и завораживающие трюки. Один из самых популярных элементов – горизонт. На первый взгляд кажется проще простого, а на деле – долгие часы тренировок. Эстафету подхватили трейсеры, продемонстрировали чудеса паркура и рационального перемещения в городском пространстве. Попробовать свои силы в популярных направлениях мог каждый, показать свою силу и ловкость. 13, 14, 15. Молодежь курорта перенимала азы мастерства у опытных спортсменов. Например, Галина Сидоренко, единственная девушка проекта, представляла Россию на чемпионате мира по воркауту. Уникальность проекта в том, что ребята наглядно показывают публике, что быть здоровым модно. Заниматься спортом не скучно и доступно. Ведь в каждом дворе Анапы есть турник. Фестиваль планируется провести еще в нескольких городах и станицах края. Завершит прорыв большой праздник в краевой столице.